Всем привет! С вами снова Александр Кузнецов, и сегодня я расскажу о системе очистки воды для базы отдыха. Здесь мы в прошлом году пробурили скважину глубиной примерно 120 метров, и вода в этой скважине имеет очень высокое содержание железа, примерно в 20 раз выше нормы. И здесь мы смонтировали систему очистки воды пропускной способностью примерно 2 метра кубических. И вот здесь у нас стоит дисковый фильтр. Дальше вода поступает на фильтровальную колонну с ионообменными смолами. И после этого проходит ультрафиолет и угольный картридж. И дальше эта вода поступает в накопительный резервуар, после чего распределяется по системе водоснабжения базы отдыха. Слева от фильтровальной колонны установлен солевой бак, с помощью которого осуществляется регенерация фильтра. И вот с помощью такой несложной системы фильтрации мы обеспечили полную очистку воды. То есть сейчас вот вода проходит фильтры и полностью очищается, железо в ней не остается. В большинстве случаев вода из скважины имеет превышение по солям жесткости, железа и марганца. И вот с помощью такой системы водоочистки можно решить задачу выровнять показатели, приблизить их к питьевому стандарту и таким образом добиться того, чтобы вода у вас была чистая. Некоторые заказчики полагают, что можно пробурить более глубокую скважину и получить таким образом воду чище, но это не всегда так. Поэтому достаточно пробурить, во многих случаях достаточно пробурить неглубокую скважину и поставить систему очистки воды и добиться нужного результата. На сегодня все. Пользуйтесь системами фильтрации. Всего доброго. До свидания.